Всем привет. Nokia XL Dual SIM. Разбитый тач. Очень редко приносят Nokia в последнее время. Мне кажется, они уже уходят в прошлое. Нет уже былой славы от тех Nokia, которые были когда-то. Поэтому очень редко приносят на ремонт. Все предпочитают Samsung, iPhone, конечно же, Xperia. Nokia начинает теряться. Итак, давайте попробуем заменить тачскрин. Не помню, разбирал я эту модель когда-нибудь или нет. Я думаю, что сложностей здесь не встретим. Шлейф кнопок, дисплей, тачскрин, судя по всему. Вот так выглядит новое стекло. Заказал на Али. Цена замены с установкой, цена стекла, точно не скажу, что-то около 40 или 45 евро, по-моему, я сказал товарищу. Царапаны, пластик. Сегодня пришло стекло такой вот упаковочки. Так, что делаем? Соединяем тачскрин, ставлю телефон на сепаратор. Сепаратор у меня уже включен, 110 градусов на нем стоит, поэтому ставлю на сепаратор 110, ну, я думаю, минуты три будет вполне достаточно, чтобы легко отделить тач вот рамки. Вот, и оставайтесь на связи, после этого продолжим. Снимаем сепаратора, горячий телефончик. Около 5 минут пролежал на сепараторе. Я бы не сказал, что очень легко отходит.
Такой вот силикон, не слабо. Уже температура повыше. Хочешь снять дисплей. Так, ну здесь однозначно ставить стекло будем на клей B8000. Остатки силикона. Качественная штука, заказать бы ее где-нибудь и попробовать поработать с таким вот силиконом, все время хотел. Попробовать. Один большой плюс при монтаже и демонтаже, не остается никаких следов, как видите, резинка, сняли ее, и можно уже лепить новый тач. Так, давайте проверим. Надеюсь, что тач работает. Не люблю эти заморочки, когда заказываешь какую-нибудь деталь с интернет-магазина, и потом все это приходится возвращать. Бывает редко, тем не менее, это бывает. Так, тач у нас проклеен каптоновым скотчем. Здесь можно видеть, точнее, драйвер тачскрина. Вот поэтому.
Давайте сделаем то же самое. В избежании коротких замыканий. Включаем батарею. Так, кнопки включения. Забыл кнопки включения. Все работает. Чувствительность нормальная. Кстати, телефон с России, не знаю точно откуда. Отключаем. Удаляем пыль.
Я думаю, эту модель можно было посадить и на акриловый скотч. Клей, конечно, прочнее. Если у кого-то нету клея, то, думаю, акриловый скотч будет нормально держать, потому что довольно широкая рамка для монтажа тачскрина. Застегиваем шлейф, дисплейный модуль. Не вижу смысла ставить на зажимы, хотя можно поставить, потому что нормально сидит, зажат рамкой тачскрин. Не путайте винты, здесь 4 самореза, которые прикручиваются по углам, и все остальные просто винтики с нормальной резьбой. Нормально все прилегает.
поставлю все же на зажимы, пусть постоит полчасика, рейс схватится. Все, друзья, такая простая замена модели Nokia XL Dual SIM. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем удачи в работе, до новых встреч.